Это блогер, бьюти. Я не бьюти-блогер, прекрати! Вот так вот, да, начинаю день солнца снимать с середины дня, собственно, почему бы и нет. Сегодня вообще важный день, потому что еду на презентацию клипа Яны Сенцовой на песню «Я просила». И где-то месяц назад я принимала там участие, у меня одна из главных ролей. Мне кажется, это видео мне сейчас нужно будет отправить Яне, потому что она с 10 утра репетирует свой концерт. Бедная, замученная, сейчас сидит в гримерке, а я приезжаю только на самое интересное. И как бы укладка такая, шальная императрица. Буду называть ее так. Вот такая красота у нас получилась. Здесь работают волшебницы. Очень жалею, что сегодня не замуж выхожу. Всего лишь еду на презентацию клипа. Побывала, по-моему, в доме Барби. Мне здесь очень понравилось. Это клуб красоты B-Unique. Здесь прям очень атмосферно, очень круто. И везде цветочки, все такое нежное, классное. Ехала к Яне, как обещала. Яна, расскажи моим зрителям, сколько ты спала сегодня. Я сегодня спала час или полтора. Я не поняла, потому что было зачем? Число. Да, зачем вообще зачем? Спать перед презентацией своего клипа? Я точно знаю, что сегодня все должно быть очень круто, потому что вот эта вот женщина ко мне приехала. А она еще исполнительница, одна из главных ролей. А вот ее мужчина. Герой, между прочим. Ты бы хотел сняться со мной в клипе? Не только. Еще в фильме, в комедии-то главное. Я вырежу вот этот момент не только, и на этом все. Ладно. Ты всех напряг. Да, это продюсер звезды телеканала. У меня два продюсера канала НТВ, оператор с федерального канала, и я, Илюха. Ничего, что я здесь стою? Нет, ты можешь стоять. Да. Можно, да, но я симпатичнее, чем он, поэтому оставаюсь. Да, на пятерочку. Кто симпатичнее, чем я? Я. Пс, парень, а ты тут, кажется, выпендривался, что ты туда режиссер, продюсер, шел, а почему ты с камерой? Пошел вообще, понизили. Ну да. Просто сказали бы, что ты плохо говоришь, плохо делаешь, так что мы тебя не будем снимать. Вакансия открыта. Мой оператор что-то расставился. Да, да, все, извини, пожалуйста, давай, работаем, работаем. Работаем! Все, работаем. Вот так приехала и сразу, смотрите, в работу так. О, ну-ка пробуем. Всем привет, с вами Солнце. Сегодня мы приехали на презентацию клипа «Я на песню, я просила». Хорош? Быстро, быстро, еще. Мало, короткий стендап. Пусть прославится, поцелуй здесь эту щечку. Может, потом ставит просто, не забывай. А, я ее? Да нет. Вот. Ты чё? Вот так, значит, клип сняли и все. А, я своему так же сказала, кстати. А клип сняли? Да, клип сняли. Диме? Что я смотреть сегодня в платье? Спасибо. Я выложу этот. Все наши поцелуи только на камеру. Мою камеру. И это даже не мой мужчина. Так, я не понял, что происходит. Вот что мужчина. Что такое вообще, а? Да? Ты по сценарию клипа кто, а? Кто? Вода, нос. Там нормально, просто кофта обтягивает. Давай, парень. Вот так вот. Дрыщи не в тренде. Они с нами вернулись, смотрите. Я за Димой. А Дима там. Ничего страшного. Все, давай. Вот там, вот там. Иди туда. Ты такой большой. Сори. Все, меня мой мужчина на сегодня и навсегда в клипе провожает домой. Когда будет клип в сети? Завтра. Завтра. А это видео будет не завтра, но в общем, когда видео выйдет, клип уже будет в сети. Но это я сейчас как смонтирую завтра, послезавтра, послезавтра. Короче, смотрите его уже в сети. Ну все? Все, всем пока, давайте. Дима. Просто Дима. Дима Скрипнич. Не солнце МС. Солнце, дорогая солнце. Все, всем пока. Все, ты снимался? Да. Тебе привет. Давай. Второй был неискренний. Второй был неискренний? И как так? Ну, хотя бы первый. А вот мои поцелуи все были искренние.